Итак, мы с вами разобрались, что оптимальное выравнивание выглядит одним из следующих трех способов. То есть последний его столбец – это либо вставка, либо удаление, либо соответствие или несоответствие. Мы не знаем, какой из этих случаев имеет место, но предположим на секундочку, например, что первый. Предположим, что кто-то нам сказал уверенно, что последний столбец оптимального выравнивания – это вставка. Тогда мы знаем, что если отрезать этот столбец, останется некоторое выравнивание строки А, в которой есть все символы, и строки Б без последнего символа. Знаем мы на самом деле не только это. Мы знаем, что это выравнивание обязано быть оптимальным выравниванием соответствующих двух строк. То есть всей строки А и всей строки Б без последнего символа. Потому что если бы оно было неоптимальным, тогда и все наше выравнивание исходное было бы неоптимальным. Если бы было какое-то выравнивание, которое расстояние которого было бы меньше, чем вот то, которое у нас здесь получилось, тогда мы бы могли опять-таки воспользоваться методом вырезать и вставить. То есть выкинуть вот это вот отсюда выравнивание и вставить туда вот то более оптимальное выравнивание, в котором написаны те же самые строчки. Поэтому опять вот это вот естественное свойство здесь работает, что если забыть про последний столбец, то то, что осталось, ну то есть префикс, он тоже обязан быть оптимальным. Соответственно, мы знаем, опять-таки, что имеет место один из этих трех случаев. Какой именно, мы не знаем, но мы просто выберем тот, который лучше. Если дальше начать раскручивать то же самое вот, разбиение на три случая для каждых из этих трех ситуаций, то получится так много-много подзадач. В общем случае эти подзадачи там начнут пересекаться, и в общем случае задачи будут такими. Мы просто от каждой строки справа отгрызем по сколько-то символов. Соответственно, подзадача у нас здесь в этом дереве, которое можно было бы так рисовать, то есть это даже не дерево будет, потому что задачи будут пересекаться в какой-то момент, начнется что-то вот такое. В каждом из ячеек, в каждой из вершин этого дерева нам захочется находить оптимальное расстояние редактирования префикса какой-то длины строчки А и префикса какой-то длины строчки Б. Вот тем самым мы вроде бы естественным образом подошли к определению подзадач. Давайте через D. Наша таблица D опять будет, и мы в этой таблице в ячейке I, J будем хранить просто расстояние редактирования префикса длины I строчки A и префикса длины G строчки B. Вот теперь у нас появилась подзадача, которую мы хотим научиться решать. Ну, про эту подзадачу, про оптимальное расстояние редактирования вот этих двух префиксов, мы можем сказать то же самое. Его последний столбец — это либо вставка, либо удаление, либо соответствие или несоответствие. Причем, если от оптимального выравнивания последний столбец отрезать, то, что останется, будет оптимальным, опять же, выравниванием оставшихся двух строк. Показать это можно все тем же методом вырезать и вставить. Это, в свою очередь, дает нам возможность написать такое вот рекуррентное соотношение. Мы знаем, что оптимальное выравнивание префикса длины I строчки A и префикса длины G строчки B, то есть это то, что мы хотим записать в D от I, G, это либо оптимальное выравнивание префикса длины I и префикса длины G минус 1, к которому мы добавим вставку, либо это оптимальное выравнивание, это соответствует вот этому случаю, либо это оптимальное выравнивание префикса длины I минус 1 и префикса длины g, к которому мы добавим удаление символа, либо это оптимальное выравнивание префиксов длины i минус 1 и g минус 1, к которому мы добавим вот столбец из последних двух символов, за который, ну, либо надо будет заплатить 1 рубль, если они разные, либо не надо будет заплатить рубль, если они одинаковые. То есть, если это не соответствие, то мы это учитываем в расстоянии редактирования, если это соответствие, то не учитываем. Ну вот мы здесь для удобства ввели функцию div, которая по двум символам нам говорит, нам выдает единицу, если они не равны, и 0, если они равны. Вот у нас получилась рекуррентная формула, из которой можно уже лепить алгоритм. Ну, в частности, алгоритм можно получить, просто обернув это все мемоизацией, то есть сделать лениво, ну или, как мы уже говорили,
Называется это также динамическим программированием сверху вниз. Итак, мы с вами понимаем, что теперь у нас есть задачи, много подзадач, они все индексируются двумя параметрами, и g, где i пробегает там значение от 0 до n, а g пробегает значение от 0 до m. То есть все подзадачи образуют такую двумерную таблицу. Поэтому мы заведем здесь двумерный массив d, проиндексированный от 0 до n и от 0 до m, и изначально во все ячейки положим просто значение бесконечность, которое будет говорить нам о том, что мы пока это значение не вычислили. А дальше сделаем следующее. Писать алгоритм будем последовательно, он будет рекурсивный и будет ленивый такой. То есть он будет до тех пор, пока ему не понадобилось решать задачу, он ее решать и не будет, но когда уж его сделали рекурсивные вызовы, то он пустится вот в решение, но все равно перед тем, как решать любую задачу с параметрами EG, он первым делом посмотрит, а нету ли уже ответа в нашей таблице. Если вдруг есть, то он сразу вернет, а если нет, то вот мы начнем вычислять. И вычислять будем рекурсивно. Итак, предположим, что в ячейке D и G запишена бесконечность, то есть задача эта еще не решена. Тогда мы начнем ее решать. Первым делом мы проверим, а вдруг i равно нулю. Если i равно нулю, значит нам надо, значит мы имеем префикс нулевой длины, и нам надо найти его оптимальное выравнивание с префиксом длины G строчки B. То есть нам надо из пустой строчки получить строчку длины g. Ну, понятно, что оптимальный способ сделать это вставить все g символов. Поэтому мы просто говорим, что d от g в такой ситуации равно g. В противном случае мы проверим, не равно ли g нулю. Это значит, что нам надо префикс длины i строчки a выровнять с пустым префиксом строчки b. Но тоже понятно, что в такой ситуации оптимальный способ — это просто удалить все символы. В таком случае расстояние равно i. Итак, это такой конец рекурсии. Ну а дальше вступает в игру наше рекуррентное соотношение. Мы вычисляем три значения. Каким, чему равно оптимальное выравнивание префикса, строки, префикса длины i и префикса длины g-1. Мы вычисляем его рекурсивно и записываем в переменную ins. Ну и прибавляем единицу, поскольку нам надо будет еще один символ дописать. То же самое делаем с префиксами длины i-1 и g. И, наконец, то же самое делаем с префиксами длины i-1 и g-1 и прибавляем единицу, только если символы аита и бджита различаются. После этого мы из этих трех значений выбираем минимум, поскольку нас интересует, конечно же, оптимальный способ выровнять наши два префикса. И записываем его в таблицу, и после этого возвращаем. Вот, в общем-то, и весь алгоритм.